Значит, имбанутые, берем мы обычную карту в доте с ее обычными героями и усиливаем в 1000 раз свойства предметов, включая гонимные апдейты и особо интересные лесные итемы. Мне даже кажется, что в некоторых предметах усиление даже больше, чем в 1000 раз. Сможет кто-то найти и посчитать? Ну не забывайте поддержать видео лайком, а канал подпиской, усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшку и приятного просмотра. Друзья, хочу вам рассказать про новый огненный сайт Royal Skins. Это уникальный способ прокачать твои скины для доты, можно пополнить счет старыми шмотками и умножить их стоимость. На Royal Skins полностью прозрачная система рандома, ты можешь подняться с рарки до арканы, самое главное успеть сорвать куш. Сорви и ты, ставь видео на паузу, залетай по ссылке в описании, используй мой промокод IMBA и получай плюс 15% к балансу. Опять Bloodseeker. Опять же на нем. Чего? Лаки, ты понимаешь, что тебе нужно собирать как можно быстрее огонь? Я не представляю, как можно быть таким удачливым. Ну, где смоки? Смоки, прожмите, кто-нибудь, да я иду, нет? Я не успел. Бля. Мои 550 МС выглядят как твои 550 МС. Наверное, было нужно. Может, это 550 МС? Незабираемый Егис, кто помнит, что не забираемый Егис. Да. Я признаю, что не собрал. Не надо было ломать, не надо было ломать. Да пофигу. У меня статов нет, ребят. Я ничего не могу. Подожди. У них еще и виверна. Боже, как же ребятам повезло на... Да. А у нас Underlord, кстати, это тоже неплохой. Кстати, да, Underlord тоже здесь классный. Да что ты будешь делать-то на Артемидосе? Ты расслабься. Все хорошо. Иди подыши воздух. А ты курьер всегда такие медленные, да? Да. Не ставьте, пожалуйста, вот такие варды, их спалят очень быстро. Да, их нужно вот сюда куда-нибудь ставить, вот. А, опять сикер прибежал. Найс. Можно, кстати, еще по приколу Джевелин забанить. Да, было бы здорово, кстати. Нейтральный крип. Что? А как? И вообще он мидфидит? А, он реально мидфидит просто. Зачем это? А, понял. А, в смысле, мясов не бывает, да? А руны, кстати, никто не хотел забирать, понял? Да. Я, конечно, без базы. Сказал вич-доктор, который стоит уже под фонтаном. Ой, под башней. Ну, так уж и быть, нужно купить. Вот так, чтобы... А, понял. А, ну, хафте заберем. Только что сказал, не ставьте такие варды, пошли поставили такой вард. Второй раз. Там в центре все видят просто, типа... Оу, да я не успеваю прорезать итем. А тут Бейн-то с чистым роном будет. Какая разница? Уже с Джевелином. Джевелин всегда такой сильный предмет очень. А что это пешка? Почему это пешка у него все парды? Не понял. Скажите, каким образом ему второй ребят, раз... Ворды. Второй раз подряд второй выпадает раз на рандоме Блэксикер. Да. Это же жесть, ежи. Короче, вот тут варды снимайте, у них тут варды стоят. Да, мне кажется, у него есть. Центрак, воткните кто-нибудь на базе, просто тут, один. Тут. У них радиус есть. Да, они не работают так. У нас вот тут уже центрак где есть, отсюда? И все равно. Где отсюда? Трону догнал. А? Сикер. Рез очень быстрый. Сикер просто умирает, тут же прибегает и еще раз добивает уже. Хотя под Сикера подстраиваться такое. Споткнулся парень. Твою мышь. Просто Джавелин. Да. Не, ну это Сикер. С Сикером ничего не поделаешь. Обратки собираете? Ну, кстати, еще может спасти Клака. Хотя нет, Клака вроде не спасает. Не спасает. Ладно, пробую пока один солистки поиграть, плюс все огонь. Еще раз? Да, это логично. Сука. Где он вар поставил, не понимаю. Вот тут есть что, вар тут. Ну и здесь эта сторона тоже есть, он вот это все видит. Да, виверными. Да, вот я говорю, вот тут вижен стоит. Ну-ка, будет так работать? Не будет, да? Оп, сорвал. Фигня.
А, с МКБшкой уже. Да-да. Ладно, надо кого-то искать по одному, и я буду блинкаться убивать, я блин купил себе. Надо воды поставить нормальные. Хоть какие-нибудь. Нормально, у нас Ярик тупо контрит сикера. На 0,2 секунды. Ага. О, откуда он уже? Он уже стоит, вышел, убил меня. Ну, куда он? Куда он нету на таверну? А, офигенно. Я же говорю, типа, для сикера это слишком сильно. А почему он купил такое, что мы так долго убивали? Не понял. Там уже Тараска. А у Визера? А, просто силы много, понял. Да, там с Тараской уже парень. Визер же просто очень сильный. Они, я не знаю, все купили, что их мог пробить? А, на меня просто жюри не пахнет. Ну, ну, что они купили такое? Наверное, уже за ним тоже. Будем суицидиться тогда. Идет. Хорошо, он хоть да, под фонтан не додумывается забегать, хотя нет, под фонтаном он умрет, скорее всего. Нормально, прокнул. Все, гоним готов. Сейчас каю и может попробуем что-то сделать прям. Грязь какую-нибудь. Ого. И чё, а где, а почему не... они не умирают? Купи себе еще несколько нуликов и выйди с фонтана. Ну или кайф, да, там. Так, сейчас, сейчас, сейчас мы в тебя прыгнем. Все, сиди, задувай. Да нафиг тебе это надо? Ты с базы просто. Я выйти хочу, а мы типа... Вот это я замерз на 3 года. Аганим очень сильный у этой подруги. Верно. Медузы. А, Медузы? Угу. А, у нас... Так, камень превращает. Тай, давай ты не будешь каждую нулевую секунду бахать. Окей, я хочу... А почему их не убиваю? Вообще урон не наношу, типа ноль. С фонтана ну, по выйдешь? Ним, а, по я этим... Вышел. По крипам, да. Не знаю. Ну вот ты нанес бы и ну, смотри. Капец, просто зафармить бы я... Блин, вещи ворвать. Ловим Бэйна. Сейчас сюда сикер прибежит. За критами побежит, наверное. С чем прибежал? С дизель. Его. Не, а чё произошло? Почему я сейчас его забашил? Типа он стоял в стане и... Тебя крипы убили. Там Владимир, я так понимаю, кто-то собрал. Да нет, вроде. Минус 3000. А, ну там. Не зря я тут взял. Первый поднимется, значит. Да, там Владмирка у визажа. Владмир, кстати, тут очень сильный. Ну там скрипы просто секунду ломают. О, минус секер. А он будет когда-нибудь. Обменялись любезностями с сикером. Так, а что мне интересно, Аганим даст? Да объясните мне, как убивать. Я не понимаю. А я что, ты в любом случае первым скиллом или нет? И мне нужно 0 покупать. Ну, наверное, 0 нужно все-таки. Не знаю точно. Вот. Мне нужны нуля. Надо сюда под... Ой, сгорел парень. На работе. Угу. Блин, наверное, надо было Яшу Каю взять. Это мы с ним самоубийцы. Так, надо как-то их подпушить. А, нужны лесные предметы, пацаны. Нужны лесные предметы. Без них мы грустим немножечко. А, лесные крипы есть? Я их фармил, наверное. Ребята от меня умирают. Это очень приятно. Давай подпушим. Есть что-нибудь? Кираса, что-то такое. У меня есть. Есть.
Вот под себя, кстати, кидаем вот эту тему, и нормально будет. Там да. Шард купи просто и все. Шарда нет. Ой-ой-ой! Ну все. Так, нужен какой-то. У меня. А я выйду, кстати. А я бессмертный, кстати. Кто? Нет, тебя убить можно. Сикер просто. Спасибо, Сикер. Блин. Ну так это не могу понять, Влад. А Шиву нельзя покупать, да? Не-не, Шиву нет. Нельзя. А. Сикеру надо продать его. Все продал. Шива в бане. Кто там купил опять? Сикер. Опять он купил. Боже. Два раза на одни и те же грабли. Угу. Единственный. О, Вивер. Блять, ну это не, не, неправильно. Бесит. Стан, навсегда. О, спасибо, братикс. Интересно, можно буду ли я так выживать? Знаю, чем-то снять можно. Чип, только... Опа, кинопчик лежит. Что, кинус есть по управке? Надо один раз поубивать. Шарда не выпал? Так, это второй же. Так, ну, он со второго. С рапирой бегает парень, кстати. Да. А я в тане стою. Так, а на стороне будет регениться, кстати? А, у трона миллион хп. Да. Прощай. Подрезал, кстати. Давай, кто кого перебьет. И сюда, родная. Всех перебьем. Да, да. Надо искать нейтральные предметы. Можно что-то сделать с этим, пожалуйста? Я пытаюсь убивать. Сейчас тебя убьют. О, не переживай. Спасибо, меня бьют, я. Тайдхантер, не нажимай, пожалуйста, кнопочку. Ну опять! Ого, а что происходит? У меня сикер ваншотнул. Да. Брат, я не знаю, что с тобой сделать. Опять останется. А как все умирают тебя, я не понимаю. Не знаю, кстати, сейчас игра закончится. 96 врагов. Прикольно. О, пацаны, смотри, что нашел. Философский камень. Полезно. Нормально. Сейчас сикер всех убьет. Да. 99, последнее убийство. О, Влад, давай, давай, давай. 100. По идее, должна игра закончиться. Ё-моё. Давай, пацаны, надо, надо денег кому-нибудь. Сейчас, подождите, сейчас. Подождите, я кое-что сделаю. 10-20 секунд, и игра закончится. Да нет. Игра просто разрубиться не успевает. А что ты такой? Что с уроном? Ты? Я с Владмиром. А, понял, тогда пушим. У меня Изоль летит только, вот что проблема. Его может фигер поверить. Блин, да ладно. Нормально, я нормально, нормально, сейчас, блин. Мы выиграли. 100 фрагов. Слушай, ну против такого имбового сикера 65 чисто сам натыкал. Я не знаю, как я 37 сделал фрагов, но было весело.